День Святого Валентина – один из немногих европейских праздников, который полюбился жителям нашего города. С каждым годом он набирает популярность. В этот раз акция, посвященная Дню влюбленных, прошла в торговом парке «Соло». Любой, независимо от возраста, мог подойти и написать свое любовное послание. В основном фигурировали, конечно, три слова «Я тебя люблю». Но некоторые проявили фантазию вместо разноцветных листочков и вешивали на стены настоящие валентинки в виде сердечек с пожеланиями любви и добра. Возникла же идея организации такого мероприятия совершенно спонтанно. С друзьями просто собрались как-то вместе и решили сделать подарок городу. Сделать какую-то традицию, которая из года в год могла бы потом повторяться именно на 14 февраля. И вот есть такая начинающая команда видео, людей, которые занимаются видео, втроем вот мы. И решили придумать, почему бы нет, 14 февраля скоро, уже оставалось 2 недели. Думаем, как раз сделаем вот по поводу 14 февраля такую акцию. Уже через полчаса после начала акции на стенах торгового парка «Соло» красовались десятки разноцветных валентинок. Свои послания писали молодежь и люди более зрелого возраста. Причем все это делалось с улыбкой. А значит, цели своей ребята достигли, подарили жителям нашего города праздник. Что-то новое, такой холод и везде так мерзко как-то, так не знаю. Откуда-то зашли, такое, не знаю, неожиданно, если честно. Сразу тепло, наверное, стало. Это так много красок, таких маленьких листочков, интересно. Как-то часто забывают об этом днем, да, Валентина. Вот тут зашел и не только дома или с любимым человеком, а вот там, где не ждешь, в магазине. Приятно. Организаторы уверены, что в следующем году задуманное ими праздничное мероприятие станет более популярным. И вместо десятков валентинок на стенах будут красоваться сотни, а может быть и тысячи признаний в любви.